сколько? 9 мая – это великий праздник всех праздников. Самый главный праздник у нас в России. У меня, например, все деды погибли, 43 деда. Один пропал без вести, один на мине подорвался, другой герой Советского Союза захоронен в Белоруссии. Так что для меня это вообще праздник такой большой, великий. Всегда почитали. На этот праздник я всегда готовил в магазин, ну, как бы наряжал, ну, всегда вешал баннер. Вот сейчас вот такой вот баннер, раньше другой маленько был, флаг вешал. А тут мне позвонили с администрации, неважно кто, сказали, что Владимир Николаевич, не вздумайте вешать баннер, иначе будет штраф. А как объяснили? Объяснили, что баннер является каким мусором каким-то там, непонятным. Визуальным? Да, визуальным мусором. Потом я говорю, ну как это, не может быть такого. Ну, он говорит, мы вас предупредили. Потом я решил уточнить, перезвонил, вышел на другого человека, спросил. Я говорю, а извините, пожалуйста, скажите, какой размер штрафа? Я говорю, мне не важно, я говорю, все равно повешу, заплачу штраф там. А я посмотрел его в интернете, 1500. Они что-то небольшие деньги, в честь праздника это можно и отдать. Да это вообще смешно. Абсурд какой-то. Всю жизнь на 9 мая вешали, украшали город. Город у нас все меньше и меньше украшается. А мы, предприниматели, все равно свои магазины, точки украшаем. У нас всегда перед магазином чистота и порядок. Все убрано, все помыто. И снег убран, и подметелочку подметено. А тем более к празднику. Мне сказали, что мы штраф администрации не даем, дают пожарная, пожарная часть выписывает, так как это запрещено законом. Каким законом? Открыл, искал в интернете, так и не нашел. Там есть про рекламу, там баннеры какие-то там, понятно, это совсем другое. Баннеры это баннеры, хотя баннеры у всех висят на магазинах, вон даже вот напротив Русь. Вот это действительно уже старый баннер наверху под словом Русь, он уже высыл, да, это вот мусор. Это мусор, поменять баннер. А это же вот открытка, поздравительная открытка. В большом размере, красиво, люди видят, кто-то, может, забыл, вспоминает. Так что вот такая ситуация сложилась. Но я, несмотря ни на что, все равно повесил баннер. Владимир Потому Николаевич. Что праздник это есть праздник, 9 мая. А когда состоялись ваши переговоры с администрацией? А это, по-моему, 2 или 3 дня назад, по-моему, 2 или 3 дня.